Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и давно у нас не было покупочек, последних приобретений. У меня уже кое-что появилось, и вот оно лежит, как бы лежит, собираю, думаю, ладно, все, пора показать. Что у меня интересненького появилось за последнее время? Итак, первое, ой, что я так хочу показать, вообще, прям так как ждала. Самое интересное, девочки, на Алиэкспресс заказала вот такие вот классные помпончики. Как вы знаете, на своем втором канале, ссылка на который под видео, я снимаю для вас точечные обзоры всякой косметики и все время одеваю какие-то штучки на голову, чтобы волосы не лезли в глаза. И, конечно, мне кажется, чтобы они были всегда яркие, какие-то интересные. И вот эти прям не так понравились, вот именно с этими круглыми ушками. Я прям накупила себе вот 3 штуки, видите, зеленый, розовый и вот такой даже коричневый. Все зависит от того, что я тестирую. Если я буду шоколадную маску какую-то тестировать, то я вот этот одену. Если я буду что-то розовенькое тестировать, то вот это, а зелененькое вот это, понимаете? Знаете, в чем самый прикол? Что я их заказала. Они ко мне не шли, уже даже время прошло, срок прошел, что они идут ко мне, и я сделала возврат денег. Мне вернули деньги, и через недельку где-то приходят ко мне мои повязочки, так что они достались мне бесплатно. Так что вот такая радость. Кстати, сейчас вот это, да, больше сюда, наверное, пойдет, давайте померю. Ой. Мы на рассвете мир потеряли. Классная, красивая какая. Слушайте, мне нравится. Я вот так, может, и буду вести видео дальше. Так, короче, ссылочки на них под видео я оставлю, где я покупала. Может, у вас также получится заказать, а вовремя они не придут, вы вернете деньги, а потом все равно они к вам придут. Там, в общем, очень много всяких таких повязок, но я выбрала именно эти. Может, вам что-то свое понравится, своя какая-то расцветка. Так, еще за последнее время, что я купила, это Дэнки вот эту рубашку, вы, наверное, видели во влоге, я еще раз ее здесь покажу. Самое интересное, что в Uniqlo я заходила и потом увидела, что там вообще похожие расцветки, но стоят дороже. Там где-то со скидкой было 800 рублей, по-моему, 700, а я купила за 390 рублей, по-моему, ее. Да, 400 где-то вышло. И тоже она такая, она даже помягче. В Uniqlo рубашки вот такие, они были более плотные, махровые, как или из чего вот этот вот материал, когда такая плотная, мягкая, фланель, мама подсказывает, фланелька называется, да, они более теплые такие были, а я хотела что-то полегче, но, тем не менее, это тоже не такая прям тонкая, а что-то как будто есть немного фланелевого, но сам факт, что мне вот эта расцветка очень понравилась, и вот в Глории они подешевле такие вот, и есть там еще синенькие, короче, вот рубашечку такую малому купила. Вообще, мама очень много назаказала всяких костюмчиков классных, это на ее канале вы можете увидеть, прям такие есть яркие, которые я уже скорее хочу Дэнки одеть, и чтобы мы потусовались, куда-нибудь погуляли. Но они такие больше, когда потеплеет еще у нас, поэтому пацанчик будет у нас весной вообще весь такой модный. Кстати, это видео еще конкурсное, а в конце видео я разыграю для вас юбочку. Следующее, что я заказала, это заказики с Faberlic, и самое интересное, что я хочу скорее уже померить, это из эко-кожи, кожзам, леггинсы. Такого темно-зеленого цвета. Кстати, здесь он выглядит как-то непонятным цветом, да, но он такой какой-то холодный, зеленый. Честно, мне очень хочется померить. Я заказала размер S. Самая крутая покупка вообще в Faberlic, это вот костюм, который я заказала, у них там 8 тысяч, он выходит, 8 тысяч, 4 тысячи кюлот и 4 тысячи водолазочка. Ну, бесподобный костюм, бесподобный, вы все его оценили, он очень крутой, очень классный. И когда я увидела вот эти лосички, я тоже захотела их что-то одеть, мне кажется, они тоже должны быть крутые. Ну, я сейчас похудела, эска для меня должна быть как раз, надеюсь, что они немного завышенные, выглядят достаточно плотно. Классно, мне кажется, что прям они сейчас будут актуальны. И цвет вот этот зеленый мне нравится, у меня есть темные водолазки, мне прям хочется, знаете, как одеть вот такие леггинсы, темную водолазку, черные, например, ботинки, да, там, или кроссовки, или, ну, там, что-нибудь вниз такое, да,
И вот как бы сделать такой темный низ, да, а сверху у меня есть такое пальтишко, такое яркое, ярко-оранжевое. Вот мне кажется, будет сочетаться зеленый и ярко-оранжевый. Да, и вот так тоже сочетается. Смотрите, если бы у меня такая рубашечка была, было бы клево. Короче, по мере покажу. Также Faberlic, я вообще заказала, и Faberlic должен был прийти 7 числа, но 7 число это было воскресенье, по-моему. А, 7, 8 и 9, короче, пункт выдачи не работал. Но я заказала здесь вот такие наборчики интересные, по два. Два таких, и в каждом наборчике по 3 аромата. Сейчас я покажу, достану. Кстати, ароматы прикольные, абсолютно на любой вкус. И прям классно. Я хочу какие-то наборчики подарить, а какие-то себе оставить. Вот еще два наборчика. Короче, выглядит оно вот так. Деньке сразу понравилось, он вообще забрал. Не отберешь потом все это дело. Вот такие вот по 7 мл флакончики, да. И, кстати, прикольно, что я их заказала, потому что есть еще отдельные полноценные флаконы. Можно купить по 30 или по 50 мл, я не помню. А здесь по 7. И они с дозатором. Классные, есть пудровые ароматы, есть такие более терпкие, классные, более свежие есть ароматы, даже вот из 6, 3, которые маме понравились, представляете? Вот, вот 3 аромата я нюхаю, они совсем другие. И самое интересное, я сначала подумала, что, видите, коробочка есть вот такая вот, темненькая, да, а есть коробочка вот такая светленькая. Я подумала, что светленькая, наверное, лучше мне подойдет, а нет. И здесь есть свежие ароматы, и здесь есть свежие ароматы. Поэтому хорошо, что я купила все. В общем, 2 себе оставлю, 2 набора, а 2 подарю, еще не знаю кому, вот, кому-нибудь задарю. Короче, ароматы классные, мне понравились, на удивление. Еще я мелкому заказала вот такой гель для купания для младенцев с экстрактом ромашки и депантенолом. Вот. У нас все время заканчивается что-то для купания, он любит вот эту пену. И я заказала вообще таких 2, один уже стоит в ванне. Приятненький ароматик, дозатор. Ну, такой аромат прям нейтральный, то есть отдушка такая мягкая, мягкая такая сладенькая немного. Вот. Так что будет купаться у меня теперь вот в этом. Также я заказала еще вот такие вот кисточки, потому что я в Faberlic заказывала одну кисточку офигенную, я до сих пор только ей пользуюсь, мне нравится. И решила попробовать еще заказать кисточки. Кисточек много не бывает, и вообще их хорошо, когда они новенькие. Так, ну вот здесь кисточки. Одна, значит, такая, она как бы растушевочная для век, а вторая, она... больше для контуринга, знаете, такое вот. В общем, вот такие кисточки две. Слушайте, ну они прям мягенькие. Прям мягенькие. Прикольные. Будем пользоваться. Надо уже старые кисточки повыкидывать, а вот новенькое что-то... Вообще кайф мне какой-нибудь набор просто каких-то нереально крутых кистей, что ты прям берешь, и все бы спрашивали, вау, какая красивая кисточка, где такое взяла? Это больше такое простенькое, да, ну... мне нравится, мягкий, в принципе. Так, ну и еще вот такой есть у нас активный крем-гель антиакне. Мама его очень-очень рекламирует прям. Я тоже решила взять. Она говорит, что когда прыщичек возникает какой-то, ну, знаете, мы же женщины, раз в месяц у нас иногда высыпают, и меня вот тоже высыпает. И я решила, что тоже возьму. У меня вообще есть корейский спрей такой, она его очень-очень хвалила, помню, тогда. Но когда она купила этот гель, говорит, вот прям вообще спасение для меня номер один. Она прям берет вот так вот. Тут беленький, что ли? Ну-ка посмотрим. Я еще им не пользовалась. Ну, я вижу, что он какой-то белый. И его прям точечно надо наносить.
И мама говорит, что очень хорошо подсушивает. Если у вас прыщичек воспаленный и болит, мама говорит, что он сразу обезболивает. Вот, и идет заживление, подсушивает хорошо. Поэтому я думаю, что такая вещь незаменимая. Ну и подходим к самому интересному. Это костюм от Гипюр. Во-первых, он такой молочного шоколада, мой любимый цвет. Продается он на сайте отдельно, отдельно продаются брюки, отдельно продается пиджак, я заказывала все это отдельно. Пиджак я заказала размер L, да, нет, M, извините, размер M, чуть побольше, потому что он чутка приталенный, а брючки я заказала размером S. Все на мне идеально просто сидит, цвет просто невероятно красивый. И самое интересное, что это эксклюзивная коллекция от Анны Седоковой, вот. В Гипюре у них есть все время какие-то, во-первых, у них новинки каждые 2 недели, во-вторых, у них всегда вот есть какие-то эксклюзивные коллаборации с какими-то известными личностями, звездами, и делают прям, ну, невероятно крутые прям вещи, и качественные, и трендовые, модные. Я сейчас померю, покажу вам, мне очень понравилось. Более того, этот пиджак можно сочетать с другими какими-то вещами, и эти брюки просто нереально крутого кроя, которые мне очень идут, подчеркивают мою талию, удлиняют мои ноги, вообще шикардос. Можно сочетать и с другими вещами, так что сейчас увидите. Ну и также ко мне пришла еще одна вот такая вот бордовая юбочка, которую я хочу для вас разыграть. У меня вот такая есть, и одну такую я хочу для вас разыграть. Здесь очень хороший состав, 70% акрила и 30% шерсти. Юбочка такая легенькая, она у нас плиссированная, актуального цвета, модного такого бордо. Длина такая ниже колена, миди называется, да, ее можно носить как завышенной талии, там на бедрах, как вам удобно. И как бы это очень актуально, очень много образов, которые можно придумать, такие прям стильные, с этой юбкой. Я хочу ее разыграть для вас. Условия будут очень простые: репост моего видео, подписка, потому что для моих подписчиков видео будет, лайк этому видео, ну и напишите в комментариях, что вы участвуете, и обязательно оставьте ссылку на ваш репост. И случайным образом через 5 дней, все подробности я напишу под видео, когда и где, вы узнаете, кто же выиграл эту супер-пупер актуальную модную юбочку. Все, мои хорошие, это были все новиночки, я была рада с вами поделиться ими. Как только придет что-то новенькое, я обязательно все вам покажу. Ну а вам предлагаю всем поучаствовать в конкурсе, всем обязательно желаю удачи, а победит самый удачливый. Еще раз продублирую все условия конкурса под видео, участвуйте. Ну а я с вами прощаюсь до следующего видео, люблю, целую, пока-пока!